Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. В поисках подозреваемого, мать террориста, участвовавшего в нападении в Барселоне, просит сына сдаться полиции. Можем, если хотим. Угнанный джип замглавы нацполиции уже нашли. Распространится ли этот тренд на всех пострадавших? Не дождетесь. Елизавета II прокомментировала слухи о передаче власти. Жертвой теракта в Барселоне стал 7-летний австралийский мальчик. Полиция не сообщала о его смерти, пока в страну не прилетел отец ребенка. Мать сейчас находится в больнице. Число погибших достигло 14. Всего пострадали 130 человек. 30 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Тем временем полиция ищет водителя микроавтобуса, который въехал в толпу на барселонской улице Рамбла. Все подробности расскажет Елена Абрамович. Испанская полиция проверяет все машины на подъездах к городку Риполь, недалеко от французской границы. Именно тут проживали четверо марокканцев из группировки, ответственной за последние теракты. В том числе и водитель микроавтобуса, который протаранил людей в Барселоне. Мать подозреваемого призвала сына сдаться полиции. По крайней мере, так родственники пересказали на испанском ее слова. Она хочет, чтобы он пришел в полицию, предпочитает, чтобы он был в тюрьме или мертв, чтобы больше никто не погиб. Полиция предполагает, что парень мог сбежать во Францию. В городе провели 10 рейдов, обыскивая дома. Сестра подозреваемого, в отличие от матери, отрицает его вину. Это ложь, ошибка. Это не они. Они путешествуют. Местные жители расстроены, а мусульманская община города организовала мирную акцию, чтобы продемонстрировать, они против терактов. Я знаю этих парней с тех пор, как они были маленькими детьми. Я не хочу их оправдывать, но и понять не могу. У меня ощущение, что за всем этим кто-то стоит. Организовывает тот, кто не несет ответственность и не понесет, к сожалению. Надеюсь, что ошибаюсь. Обыскала полиция и жилье еще одного подозреваемого, который, по словам соседей, называл себя имамом, мусульманским духовным наставником. Испанские СМИ пишут, что именно этот человек возглавлял группировку. Не исключают, что он погиб в другом испанском городке во время взрыва в доме, где готовили бомбы накануне теракта. Группировка, которая организовала теракты в Испании, скорее всего, связана с террористами из Бельгии, пишут местные СМИ, так как именно тут обосновалась главная сеть джихадистов из Марокко. И некоторые подозреваемые в барселонских терактах время от времени приезжали в Бельгию на несколько месяцев. Теракты в Барселоне изначально планировались намного масштабнее. Главной целью был знаменитый Барселонский собор Саграда Фамилия. Храм стал символом города и местом наибольшего скопления людей. Именно для его разрушения готовили бомбы в доме, который взорвался. Помянуть жертв теракта на службу в собор приехали король и королева Испании. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». В Черкассах полиция предотвратила двойное убийство. Злоумышленники похитили двух местных жителей. В полиции сообщили, что накануне днем неизвестные, угрожая оружием, затолкали мужчин в фургон и пытались вывести за пределы города. Но одному из потерпевших уже в фургоне удалось по телефону сообщить о происходящем спасателям. Те, в свою очередь, оповестили полицию. В городе был объявлен план-перехват. Первыми грузовик похитители обнаружили патрульные. Фургон пытался спешно выехать из Черкасс. Машину задержали, злоумышленник взятый под стражу и дают сейчас объяснение. Похищенные доставлены в больницу. Пришли с пистолета, начали стрелять и начали бить. Сколько человек их было? Двое. Потом что было дальше? Загрузили машины, повезли сюда. Я по дороге вызвал милицию. А как вам удалось позвонить? Они не забрали у меня телефон. Не увидели телефон один у вас, да? Нет. Я его всунул, когда били, всунул сюда, в трусы. И что они сказали, куда вас везут? Убивать. Скандал вокруг одесского СИЗО. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская опубликовала в интернете фотографию, на которой, по ее словам, изображен избитый заключенный изолятора. Якобы его били дубинкой. Этот снимок омбудсмен предоставила как доказательство того, что в СИЗО действительно издеваются над людьми. Ранее родственники заключенных и общественные активисты заявили о том, что на днях одесские надзиратели устроили арестантам настоящую акцию устрашения. Они врывались в камеры, избивали, отбирали личные вещи, и все это якобы было своеобразной местью за убийство сотрудницы. Напомню, 17 августа прямо в изоляторе заключенный жестко избил и
убил и расчленил сотрудницу. В Минюсте информацию об издевательствах над арестантами опровергли, а вот прокуратура Одесской области в ходе проверки все же выявила факты жесткого обращения с заключенными в СИЗО. Как следствие, открыто уголовное производство по статье «Превышение власти и или служебных полномочий». Целую сеть подпольных газозаправочных станций обнаружили на Закарпатье. Они работали в селах Тяческого и Раховского районов. В этих местах нет централизованного газоснабжения, поэтому заправляли на этих станциях не только машины, но и баллоны, которые используют в быту. Полицейские подсчитали, что прибыль одной заправки в день составляла примерно 150 тысяч гривен. А работали нелегальные станции почти полгода. Имена собственников не называют, известно только, что принадлежали подпольные заправки жителям этой области. В ходе реализации нами было вылучено обладнання для зберігання та реалізації скрапленого газу, чорнову бухгалтерію та готівку від реалізації продукції. Крім того, нами перевіряється причетність правоохоронних та контролюючих органів до кришування даного злочинного і одночасно небезпечного бізнесу. Залишається незрозумілим, чому контролюючі органи не бачили чи свідомо закривали очі на дану небезпечну діяльність. Найти авто за 4 дня. Нацполиция с завидной скоростью и сноровкой обнаружила пропавший служебный «Лексус» замглавы ведомства Александра Фацевича. Внедорожник украли еще 11 августа, но заявление об угоне было написано только 5 дней спустя. О поимке группы угонщиков сообщил в Твиттере руководитель нацполиции Сергей Князев и добавил, цитирую, «говорил, что задержим». Для поиска задействовали не только оперативников Киевской и Житомирской областей, но и спецназ. И засада была, и план перехват был. Видимо, пытались вернуть всеми силами. Двоих задержали в Абуковском районе, в одном из дачных кооперативов, во время попытки перегнать авто. Еще трое узнали о задержании подельников и попытались сбежать. Их поймали на заправке. Банда специализировалась на угоне элитных машин. 2 недели назад они украли «Хонду» в Ирпене. О том, что «Лексус» полицейские просто не знали. Ще необхідно знати на заказ, можливо, кого вони це робили. До речі, можу сказати, що коли проводили обшуки, вони також повилучали зброю і посвідчення не тільки там службовців державних, але й були міліцейські посвідчення. Зараз ми їх перевіряємо, чи підробні вони, чи ні. Вилучено спеціальні пристрої для сканування автосигналізації, а також деблокування автомобілів. С таким усердием искали бы каждую пропавшую машину, тогда статистика, наверное, была бы лучше. По официальным данным, только за первый квартал этого года пропало почти 2000 машин. Вернули каждую четвертую. Некоторые украинцы годами ждут, чтобы их автомобиль нашли. Но в полиции почему-то с поиском таких обычных гражданских авто не спешат. Более 29 тысяч машин до сих пор числятся в угоне. Не говоря уже о раскрываемости более серьезных преступлений. Обстрелы по всей линии соприкосновения со вчерашнего вечера боевики активизировались. Неподалеку от Старогнатовки штаб АТО зафиксировал работу вражеских САУ. А с окраин Донецка противник ведет огонь из крупнокалиберного оружия. Под ударом и населенные пункты Зайцево и Марьенко. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Вот что у них вот это там оттуда снайпер работает где-то. Он где-то там засел. С позиции «Орел» под Лисенватской развязкой без оптики видны укрепления боевиков вдоль железнодорожных путей, которые ведут к позициям противника, и днем время от времени свистят пули. Сейчас снайпер работает по нам. 3 раза сегодня стрелял уже. Ну, не попадает, слава богу. А так обстрелы каждую ночь идут. Миномет бывает, работает СПГ, РПГ. А где у них минометы? За ихними блиндажами. Где-то в 1,5 километра отсюда. За последние сутки минометы боевиков сменились 2 танками. Несколько часов они стреляли по укрытиям пехотинцев. Денис – 19-летний боец 72-й отдельной механизированной бригады. О своем возрасте говорит с опаской. Только этого не надо лучше говорить нигде. Да вдруг потом выведут меня еще отсюда. Тут стоять некому, нужно стоять. Денис из тех, кто в ответ на предложение начальника генштаба мог отказаться ехать в зону АТО, но отправился, да еще и переживал, чтобы попасть именно в 72-ю бригаду, которая защищает Авдеевку. Уверяет, знал о январских боях и о погибших в то время. Такая боевая бригада, мне она понравилась. Захотелось именно сюда попасть. К нам приехали представитель 72-й в Десну и сразу сказал, что много погибших здесь.
И говорит, кто хочет, ну, уговаривать не будем, говорим, говорит, кто хочет, те пойдут. У нас 20 человек из тысячи где-то пошло сюда. Уже в четвертый раз принимает решение остаться на фронте и командир с позывным «Зёма». Он с первых дней на передовой. Сейчас делится наблюдениями. Самое сложное – даже не обстрелы, а видеть, как противник, пользуясь перемирием, заливает бетоном новые укрепления. Если уже миксерами заливают бетон, то каким может быть сведения все сооружения? Мы стрелять же не имеем права. Даже при строительстве сооружений боевики держат на прицеле пехотинцев, поэтому нашим защитникам приходится оставаться в боевой готовности постоянно. Где-то около тебя летит, начинаешь ховаться, залягивать в окоп, чтобы меньше цель. Боги прилетают тоже, стреляют, больше осколочно. Боевики возвели настоящие крепости, и теперь им легче скрыть свои тяжелые орудия от армейцев и наблюдателей ОБСЕ. У них блиндажи сделаны всем на катю, то есть выбить туда, это может быть прямое попадание какой-то серьезной артиллерийской системы. Что хочу сказать, вот за это перемирие они установили все огневые точки, которые стоят на развязках, на этой автомагистрали. Этой ночью военным снова пришлось отражать атаки врага. Несколько часов противник вел огонь по всей линии соприкосновения. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности. На вооружение армии уже совсем скоро поступят модернизированные танки «Оплот». Об этом на своей странице в Фейсбуке военнослужащим сообщил президент. Разместил Петр Порошенко и видео, обновленное на киевском бронетанковом заводе машины. Она стала еще более защищенной и эффективной, написал он. При модернизации предприятие максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО. Кто на стене денег отмыл? Глава НАБУ Артем Сытник анонсировал возможные подозрения новым фигурантам. Дело о разворовывании средств при строительстве Евровала. Кто эти люди? Сотрудники компании, не выполнившие работу, или это чиновники? Сытник не уточнил, заявил только, что детективы обследуют каждый участок сооружения, хотя, цитирую, стену оно мало напоминает. Напомню, что в начале месяца бюро задержало 7 подозреваемых по этому делу. Сумма ущерба 16 миллионов гривен. Это проект, напомню, авторства экс-премьера Арсения Яценюка. Стена, которая должна была остановить российское вторжение, на деле это металлическая сетка, ров, вал, смотровые вышки и камеры видеонаблюдения. Из госбюджета на все это уже спустили 600 миллионов гривен, а в этом году выделили еще сначала 200, а потом под давлением Народного фронта еще 300 миллионов. Менее 2 недель осталось до начала нового учебного года, а ивано-франковские школьники снова рискуют остаться без учебников. В прошлом году средние классы были обеспечены всего на 40%. Тогда чиновники обещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Но учебный год миновал, на носу уже новый, а проблема не решается. Все подробности в материале. Франковчанка Любовь уже почти подготовила своего внука, шестиклассника Ярослава, к школе. К 1 сентября, говорит, осталось докупить только учебники. Расходы немалые. Только одна английская 100 с чем-то гривен. Польская 120, чи сколько коштовала? 110. 110 польская. Английская 150, зошитом, мабуть, до 200, чи сколько. Ну, много. Еще то, ну, 500 гривен минимум мы каждый рік доплачиваем за книжки. Дефицит с учебниками в ивано-франковских школах не первый год. Хуже всего ситуация в 4-7 классах. Здесь не хватает почти половины необходимых книг. В прошлом году чиновники уверяли, проблему решат. Дважды объявляли тендер на покупку пособий, но, говорят, ни одно издательство так и не изъявило желание принять участие в конкурсе. Справа в том, что видавництва, які отримали державні кошти, вони віддрукували підручники, вони їх реалізували. А далі, для того, щоб мати новий набір підручників, треба кошти додаткові. Видавництва – це структури, як правило, приватні, комерційні. Тобто вони вже не хотіли за ту державну ціну забезпечувати підручники. Приобрести учебники по коммерческим ценам, которые в разы выше государственных, в областном департаменте образования готовы и даже могут найти на это дополнительные деньги. Но как бюджетное учреждение не имеют на это права. Закупить книги по госценам не смогли и школы, которые ведут самостоятельный бухгалтерский учет. В Ивано-Франковске их всего несколько. И все они имеют право самостоятельно, без участия департамента, заключать подобные договоры. Но и им издательства отказали. Украинская мова –
четвертий клас і літературне читання, ми не отримали другу половину. Сьомий клас – українська мова теж, і українська література теж. Бачите, якось так чогось співпадає. Теж видавництво відмовилося друкувати ці підручники. Але коли приходили батьки, значить, до мене і казали, що підручник мазання є. Почему же для школ учебников нет, а в книжных магазинах и в достатке? Педагоги предполагают, скорее всего, часть тиража, который был отпечатан за государственные средства, издательства продали коммерческим структурам. Учебным заведениям они должны предоставлять учебники примерно по 30 гривен за книгу, а частникам могут реализовать в разы дороже. Один из ходовых – это Авраменко, литература 7 класс и украинская мова Глазова. По цінах вони не дуже відрізняються, 90-95 гривень. Купляють, звичайно, приходять і беруть. Навіть на полицях ми деяких книжок маємо по два примірника, а цих навіть по три, тому що щоб постійно були під рукою. Удастся ли решить проблему с нехваткой учебников, в департаменте образования прогнозировать пока не берутся. Но при этом сообщают, есть большая вероятность, что в следующем году школам все равно придется закупать новые книги. Ведь Министерство образования почти ежегодно меняет учебные программы. Анна Каменева, Жанна Дучак, Михаил Ребристый, телеканал Интер, Ивано-Франковск. Редкую породу карпатских буйволов на Закарпатье спасает немецкий эколог. Мишель Якобы приехал в область 10 лет назад. Тогда в регионе оставалось буквально несколько десятков этих животных. Теперь же их больше сотни. Как живется немецкому фермеру в украинском горном селе? Узнаем от Марины Коваль. Немец Мишель Якобы теперь закарпатский фермер. Показывает свое стадо буйволов. Уверяет, Петрик – самый крупный бык в Украине. Его вес около 1000 килограммов. И фермер без проблем его оседлал. Приехал Мишель в Закарпатье 10 лет назад. Был студентом-экологом немецкого университета. Тогда же от швейцарских коллег узнал, что карпатский буйвол на грани исчезновения. Решил спасать вид. Не зная ни языка, ни реалий чужой страны, он переехал в Украину. Первые буйволи я купил мясокомбинат. Я бедный студент, но я брал рощи из Швейцарии. Я брал на раз 13 буйволей. І тут Остеблівка, село дуже, дуже приємно, ну, дали мені це з поле і кажуть, ну, у нас є інфраструктура, все, є хліб, люди ще знають, що це буйволи. И у нас поле есть, колотиса. Местные жители поддержали Мишеля. Пастух Михаил рассказывает, в селе он вскоре стал своим. Выучил местный диалект, и теперь его не отличить от других закарпатских фермеров. И главное, Мишель быстро освоил навыки животновода. Все нормально, спокойно. Это все домашние тварины. Ну, мало не познают комара. Ему цікаво все. Он хочет познать, что вы держите там, вы звідки, что хотите. Можешь есть, но ему интересно. Это не съестивное. В стаде Мишеля сейчас 9 буйволов. Других отдал селянам. И часть стада даже отвез в Одесскую область. Мишель начал разводить буйволов и на родине, в Германии. Супруга мужа поддерживает. Эти животные на первый взгляд такие большие и темные. Когда их узнаешь поближе, понимаешь, что они очень добрые и чувствительные. Сначала я держала дистанцию, но теперь, узнав лучше, планирую помогать Мишелю. В последние годы на Закарпатье появились новые буйволиные фермы, а у туристов новые маршруты. Миссия Мишеля по сохранению вида выполнена. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Во Франции при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист. Об этом сообщает французское издание «Le Figaro». Мужчина начал восхождение во второй половине дня, в пятницу, но в пути его настигла буря. Около 10 вечера спасатели получили сигнал о помощи от альпиниста, но провести спасательную операцию помешала непогода. Тело мужчины обнаружили в субботу утром, когда буря уже утихла. По предварительным данным, он упал со скалы. В ряде городов США прошли масштабные шествия против расовой дискриминации. Больше всего людей протестовали в Бостоне. И в этот же день свою акцию планировали ультраправые. Как все прошло? Подробности в материале. Против ненависти и расизма на улице Бостона вышла многотысячная толпа. И это в день, когда свою акцию запланировали ультраправые. Два митинга проходили параллельно, под пристальным вниманием со стороны полиции. Еще накануне акции правоохранители перекрыли дорогу и установили металлические ограждения. Все, чтобы избежать повторения жестких столкновений в Шарлоттсвилле. Вот только силы были неравные. На акцию правых зарегистрировались около сотни людей, а по данным местных СМИ пришли всего пару десятков. К
Контрпротест же собрал почти 15 тысяч человек. И это только по официальным данным. Это важно бороться с фанатизмом, ненавистью. Мы знали, что будут люди, с которыми могут возникнуть проблемы, и нам пришлось осуществить 27 арестов. Большинство из них случайные, пара нападений на полицейских, неповиновение офицерам, несколько других обвинений. Но в целом никто не пострадал. Около 500 правоохранителей обеспечивали безопасность участников митинга. Акция ультраправых закончилась раньше заявленного времени в сопровождении полиции. Демонстрация антирасистов же продлилась дольше. Они призывали оставить вражду и не делить людей по цвету кожи. Что привело меня сюда? Я хочу использовать свой голос, чтобы сказать «хватит». Нужно добавить любовь и дружелюбие, поэтому я здесь. Такие же акции протеста против насилия прошли еще в ряде городов Техаса, Северной и Южной Каролины и в Лос-Анджелесе. Обошлось без серьезных инцидентов. Напомню, на прошлой неделе в городе Шарлоттсвиль в штате Вирджиния ультраправые выступили против сноса памятников генералам армии Южан времен гражданской войны в США. Их факельное шествие встретили оппоненты. В результате стычек погибла женщина. Еще около 20 человек получили ранения. Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер. Королева Елизавета II не намерена отрекаться от престола ни в пользу сына, ни в пользу внука. Об этом со ссылкой на источники, близкие к королевскому двору, написала газета Sunday Times. По информации издания, передать бразды правления наследникам королеве не позволяет чувство долга перед британцами. И никаких планов относительно регентства в Букингемском дворце не существует. Напомню, Елизавета II на троне уже 65 лет. Передать престол, согласно акту о регентстве, она может только в случае своей нетрудоспособности по причине болезни. Кто победил в конкурсе на самого правдоподобного азиатского двойника Элвиса Пресли и где устроили образовательную ярмарку, посвященную марихуане? Об этом и не только в нашем обзоре. В филиппинском конкурсе двойников короля рок-н-ролла приняли участие 23 мужчины из 5 азиатских стран. Их оценивали не только по внешности, но и по умению передать манеры певца. Участники пели и танцевали на сцене в характерном для Элвиса стиле. Победил в состязаниях местный житель Юн Эспиноса. Он поедет на родину Пресли в американский город Мемфис. Американский крейсер «Индианаполис» времен Второй мировой войны нашли на дне Тихого океана. Поисками занималась группа из 13 исследователей под руководством сооснователя компании Microsoft Пола Аллена. Обломки судна обнаружили на глубине более 5 метров. В 1945 году «Индианаполис» затопили японские военные силы. Это наиболее массовая гибель личного состава корабля в результате затопления. Тогда погибли почти 900 человек. Конопля не для развлечений. В Мехико устроили образовательную ярмарку о каннабисе. Туда пригласили экспертов, активистов и юристов, которые рассказывали посетителям, чем полезна марихуана. Кроме конференций и дискуссионных панелей, на территории ярмарки работали 60 разных выставок о конопле. Организаторы говорят, хотели изменить негативное отношение людей к этому растению. В Мексике марихуану легализировали 2 месяца назад для использования в медицине и науке. В Великобритании нашли золотой кулон, которому более 1500 лет. Его обнаружил местный житель городка Оттелборо прямо в поле с помощью металлоискателя. Скорее всего, редкое украшение изготовили во Франции в 6 веке. Находка имеет форму византийской монеты. На ней изображен император Юстиниан. В прибрежных водах Великобритании дайверы начали исследовать затонувшее судно 18 века. Историки надеются обнаружить на дне старые монеты и золотые слитки. Работа предстоит трудоемкая. Сначала остатки судна нужно выкопать из песка, а потом поднять на поверхность. Будет ли «Динамо» участвовать в играх чемпионата Украины, который пройдет в прифронтовом Мариуполе? Поединки запланированы на 26 августа для молодежных команд и на 27 для первых. Однако на прошлой неделе родители динамовцев из детского и юношеского составов попросили главу Федерации футбола Украины перенести игры в другое, более безопасное место. Реакция не последовала. И матери юных игроков, опасаясь за жизнь и здоровье детей, попросили вмешаться президента. Но буквально 3 дня назад глава СБУ заявил, что в период празднования Дня независимости в городе возможны попытки дестабилизировать ситуацию. Не исключены даже провокации и теракты. Поэтому руководство клуба приняло решение не отправлять молодежку на игры. Прибудет ли на матче основной состав динамовцев, мы решили узнать у вице-президента клуба Андрея Мадзиновского. Он сегодня гость нашей студии. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Поедет ли основной состав? При таких условиях, какие складываются на сегодняшний день, и тех обставинах, звичайно, ні. А как вы принимали это решение? Это после того, как родители толкнули молодежный состав, и вы его как бы транслировали дальше на основной, или есть еще какие-то факторы, знаете, которые... Для президента Киевского Динамо, там менеджмента Киевского Динамо, здоровье – это життя гравців, и вболівальників є вищими за турнірні результати. И, звичайно, це рішення приймалося лише на підставі закону, лише на підставі регламентних норм, якими регулюється проведення матчів чемпіонату України. А о яких нормах ви зараз говорите? Закон стоїть чітко на нашій стороні, і він говорить про те, що Федерація футболу України і Українська прем'єр-ліга зобов'язані дотримуватися регламентних норм ФІФА, УЄФА у своїй діяльності. А регламент безпеки ФІФА чітко говорить про те, що рівень небезпеки проведення чи безпеки проведення кожного матчу на територіях з високим ступенем ризику визначається виключно та ексклюзивно спеціальними службами кожної країни та правоохоронними органами. В нашому випадку в Україні таких органів є три. Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та Управління державної охорони. Усі три вище зазначені мною структури дали на адресу Київського Динамо і на адресу Федерації футболу заперечувальні відповіді про те, що матчі в місті Маріуполі, славному місті українському Маріуполі, на жаль, на превеликий жаль, на даний момент проводити неможливо. Чому? Тому що існує високий рівень терористичної загрози та проведення таких матчів, масових заходів, які за собою привлікуть більше десятка тисяч глядачів, звичайно, можуть нести ризики для життя, здоров'я та учасників змагань та глядачів. А у вас є якісь історичні прецеденти, щоб матчі проводились от в подобних условиях? В принципі, були такі вже варіанти? Найяскравіший прецедент – 2004 рік, умови помаранчевої революції в Україні, коли футбольний клуб «Шахтар Донецьк» відмовився їхати в місто Луцьк, в мирне місто Луцьк, до речі, мотивуючи це тим, що існує загроза безпеці гравцям та персоналу. Федерація футболу України, тодішній склад, пішла на зустріч гравцям Шахтаря і тренерам і перенесла матч в місто Одесу на грудень місяць. Якщо говорити про міжнародні приклади, це все ж саме стосується Київського Динамо, коли наш матч у лютому 2014 року УЄФА перенесла з Києва до Нікосії. І фактично матч з Валенцією ми мусили грати на нейтральному полі, тому що обстановка в Києві не була тоді зовсім мирною. І якщо згадати міжнародні приклади, ми бачимо постійно перманентні переноси і матчів з території Ізраїлю, коли виникає тоді чи іноді терористична загроза на тих чи інших територіях. Як яскравий приклад, проведення в 2006 році матчу в місті Києві, у нас тут, на стадіоні імені Лобановського, матчу між командами Макабі Хайфа та Ліверпуль. Англія. Саме тоді УЄФА заборонило грати в Ізраїлі, мотивуючись тим, що там була підвищена терористична небезпека. Ну, в общем, я так розумію, що закони, всі інші фактори поки на вашій стороні. Які наслідки для клубу? От ви прийняли рішення, ви не їдете, не їде ні основний состав, не їде ні юношеська частина Динамо. Чим це грозить? Що далі буде? Вам поставлять технічний... Поразку. Так, Федерації є така можливість рішенням контрольного дисциплінарного комітету зарахувати нам технічну поразку. Але це нас налякає. Чому? Тому що у нас є впевненість про те, що наші дії ґрунтуються виключно на законі, і ми використаємо весь арсенал правових і юридичних засобів для підтвердження своєї правоти, а саме внесення апеляційної скарги, якщо в разі того, якщо буде прийнято незаконне рішення. І в кінці кінців, як вінець всього, ми змушені будемо звернутися у Міжнародний спортивний суд в Лозанні, де наші доводи, я думаю, будуть враховані і прийнято законне рішення. Большое спасибо, Андрей. Віце-президент футбольного клубу «Динамо» Андрей Мадзіновський пояснив нам ситуацію, яка сложилась з матчем в Маріуполі. У мене на цьому все. Хорошого вам воскресного вечора і до зустрічі.